Здравствуйте всем. Это и есть жизнь, в которой есть много разных измерений. А также существует многомерный путь для того, чтобы достигнуть своей истинной сущности, самого себя. И это стало традицией, культурой миров, этого мира. Много очень умных людей, реализованных людей, научных людей, нашли дорогу, как гармонизировать жизнь, тело, ум и душу. И это ваш путь. Это каждого личного человека, это путь каждого человека, через которого вы пришли. И этот путь, это также есть дар наших всех предков. Все святые, все философы и мыслители этого мира учили нас, как проникнуть внутри нас самих себя. Эта жизнь не просто жизнь. Она состоит, но главное, наполняет всю Вселенную. Она также объединена с бытием. И она также объединена с вами самими. Существует много путей, путей в этом мире, в этом обществе, через знания, а также есть духовный путь, достигнуть самого себя, достигнуть своей истинной сущности. В вашем мозге, в вашем уме находятся скрытые сокровища, и эта жизнь, как текущая энергия. How to bring those energy? Как принести эту энергию, чтобы она, значит, вступила в контакт с вашим скрытым сокровищем? Это и есть наука духовности, духовная наука. У каждого есть эта система. И вы можете пробудить это, вы можете вступить в контакт с этим. И вы можете открыть скрытые сокровища вашего внутреннего мира. Вы не простые люди, не простые личности. Вы есть дар Божий, божественный дар. И эта божественность живет внутри вас. И в этой божественности есть много сил. Эта божественность есть источник вашей жизни. И эта божественность, она создала этот мир. Как принять вызов своей жизни? Как сделать свою жизнь лучше в этом мире? Как стать полезным для этого мира, для этого общества? Это все находится в вас, это все ваши силы. И все, источник всего этого находится внутри вас самих. Вы можете изменять, трансформировать свои энергии. Вы можете делать трансцендентный переход в своей энергии. Вы можете просветить, или вы можете просветиться сами. И это может открыть вам. Это может быть открыто вами, и это может быть открыто через науки духовности. Существует много наук. Наук о духовности. Они все даны здесь вам. Все великие люди этого мира стараются принести все это нам, питательному, чтобы мир начал быть лучше, чтобы освободиться от страданий, дела, ума, и стать получить единение с универсальной вселенской истиной, достичь источника самого себя. Мы можем изменить этот мир. Мы можем гармонизировать этот мир.
то, что мы ищем в жизни, в этой жизни, все, что мы пытаемся понять и постичь, мы можем это все обрести в течение одной минуты. А иногда вся жизнь проходит в этом поиске. Папа же надеется, что мы собрались все здесь, в поиске истины, истины в наших руках, чтобы мир стал лучше, чтобы наше мышление стало лучше, и чтобы наша жизнь в этом мире улучшилась. Живя в этом мире, стараться быть самим собой, самим истинным собой. Как быть полезными в этом мире, как сделать так, чтобы наши знания, наш опыт были полезны для этого мира. Для этого духовные науки и духовные системы могут быть полезны. Великие люди собрались здесь, чтобы дать вам свои знания, свой опыт, чтобы просветить ваши знания, просветить ваши действия. И спасибо вам большое за то, что вы пришли.